Приветствую всех на своем канале, и мы начинаем серию выпусков из Узбекистана. Я покажу вам Узбекистан не только со стороны его восточной колоритности, но и современный, динамично развивающийся Узбекистан. В общем, мы приехали в Ташкент. Сейчас мы ожидаем такси, заказали такси Яндекс. Загадывай желание. Да, вот прям так, знаешь, вот когда мешаешь, как в медитацию входишь. Не забывайте подписываться на канал. А мы начинаем с перелета в Ташкент. Или летим в сказку узбекскими авиалиниями. Ребят, всем привет! Давно не виделись. И, наверное, с чего начинаются все мои видео? Это с аэропорта Нур-Султан Назарбаев. Сегодня март месяц, 18 число. И мы вылетаем в город Ташкент, Узбекистан. Наверное, Узбекистан — это сейчас одно из самых привлекательных направлений для стран СНГ. Во-первых, потому что отменили ПЦР-тестирование для вакцинированных пассажиров. Ну и вообще, в принципе, по всему миру отменяют, но в Узбекистан это особо привлекательно, потому что лететь со Астаны всего лишь 2 часа. Что по стоимости? Билеты мы покупали где-то в начале февраля. Так как мы покупали билеты заранее, они стоили, соответственно, еще адекватных денег. Туда-обратно у нас перелет вышел 92 тысячи тенге. Ну, можно было, конечно, еще дешевле купить, но мы, как говорится, пока собрались с мыслями, в общем, этот момент немножечко пропустили. Вот, ну вот, купили за 92 тысячи на человека. Летим мы сегодня прекрасной такой компанией. Мы сегодня вот Анеля. Моя коллега и просто прекрасная девушка Батагоз. И, конечно же, куда же без наших айтишников. Да, это Лаура. Вот, так что, ребят, вот такой вот компании мы решили, такие чисто девочки, отправиться в Узбекистан. Полетим мы в город Ташкент, далее отправимся на самом скоростном поезде в Узбекистане, да и вообще, наверное, в Казахстане у нас даже такого поезда нет. А в Фарсиаб мы отправимся в Самарканд. Вот, так что посмотрим Самарканд. Поживем в 3 отелях. И сегодня полечу для себя, наверное, открою для себя новую авиакомпанию. Полечу узбекистанскими авиалиниями. Вот, так что давайте сейчас посмотрим, что да как, что как бы для самостоятельного путешественника. Я всегда говорю, страховку мы покупаем на МАДе, ссылочка внизу в описании. Вот, страховка на несколько дней вышла в 2830 чего-то тенге, ну примерно такая стоимость. Все, давайте сейчас направимся в самолет, и я покажу вообще, как выглядят узбекские авиалинии. Говорят, что они одни из самых наилучших авиалиний вот в странах Содружества. В общем, ребят, зашли мы уже на борт узбекских авиалиний. Смотрите, это бизнес, вот класс. Далее вот идем в наш эконом. Ребят, в общем, уже все на борту самолета. Вот я вам уже, в принципе, показала, как выглядит этот самолет.
Так, это у нас интересно, бой. Ну, короче, из материалов здесь только вот все по безопасному полету, правила эвакуации самолета и все, больше, в принципе, ничего такого нет. Сейчас нам принесут перекус и посмотрим, чем же кормят в узбекских авиалиниях. Вот, я ожидала все-таки здесь, наверное, увидеть какой-то монитор. Но нет. Вот. И из прикольного мне понравилась вот такая подставка для телефона. То есть вот так телефончик наш подставили. И в принципе он держится. Все защелкивается. Ну вот стандартно столик для еды. Расстояние, кстати, достаточно. Вот у меня рост 1,80 м. Здесь между сиденьями расстояние достаточно. Я не сижу, как вот прижатые прям ноги. Видите, да, у меня еще есть возможность положить сумку в кармашек. Вот, и хотелось бы отметить, посмотрите, максимально здесь чисто. И вот сейчас, уже через пару минут, мы будем кушать. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Это помогает развитию канала. В общем, ребят, давайте посмотрим, какое же питание на борту узбекских авиалиний. Нам принесли вот такой вот боксик. Так, вот, в принципе, боксик. Боксик, обратите внимание, брендированный. Это, кстати, очень важно. Я на эти вещи обращаю, маркетологу. Я обращаю на эти вещи. Это вот максимальная, скажем, клиентоориентированность. Так, водичка в наборе. Сок яблочный. В общем, здесь идет сэндвич с курицей, нам подсказала Лаура. Вот. Так что приятного нам аппетита. Еще сейчас принесут чай черный, вот. Еще плюс дополнительно сливки. Так что вот такое питание на борту узбекских авиалиний. В Ташкенте есть такой туристический центр, а здесь зона получения багажа. И здесь, получается, можно приобрести сим-карту, да? И вызвать такси. А деньги здесь не меняют? Вон обменник. Где? Вон там обменник? А, хорошо, спасибо. Вот здесь вот выходим с паспортного контроля, и здесь находится обмен валют. Курс достаточно хороший, поэтому имейте в виду, где менять деньги. Вот мы поменяли вот узбекский сум. Мы приехали в Ташкент. Сейчас мы ожидаем такси, заказали такси Яндекс. Стоимость такси составляет 19 тысяч сум. Я сейчас вот пропишу где-то вот здесь, сколько это будет в долларах. Вот, сейчас ожидаем такси, поедем заселяться в отель. Смотрите, как выглядит здание аэропорта в Ташкенте имени Ислама Каримова. Вот, и здесь зона такси. Вот, ребят, смотрите, ташкентский аэропорт. Классно. Ну все, ребят, мы уже сели в такси и едем до нашего отеля Джахангир. Ой, Джахангир, говорю, Квинс отель. Я уже путаю, столько отелей у нас на пути впереди. Посмотрите, как красиво. То есть то, что мы видели с самолета, вид сверху на Ташкент, и как вот мы сейчас уже заезжаем в город. Посмотрите, какая красота. Столько подсветки ярких цветов. Сейчас будем заходить в отель Queens. Это вот входная группа отеля Queens. Сейчас подождем менеджера, который, наверное, нам любезно предоставит номер. Так, готовим паспорта. Ребят, оказалось, что наш отель — это вот этот отель Queens. Их оказалось несколько, проходи, Анеля. Вот. И вот в этот отель мы, оказывается, заселяемся. Здравствуйте, мы через Booking бронировали номер. Ребят, в общем, смотрите, мы сейчас будем... Мы вышли из зоны ресепшена, и вот так вот выглядит наш отель. Посмотрите, как прикольно.
Это вот такой вот дворик. Давайте начнем сначала, да, как здесь все расположено. Вот здесь входная группа и сразу идет номерной фонд. Расположены картины, такие вот раритетные часы. Может быть, помните, да, вот такие вот ранее, когда-то давным-давно, как бы стояли в советских домах, в заведениях, вот такие вот часы. Вот по этой стороне лифт, но я как понимаю, работает, непонятно. Здесь еще несколько этажей. Так, с этой стороны тоже номера, Wi-Fi. Кстати, здесь есть Wi-Fi. И смотрите, наш номер. Номер наш 107. Заходим в номер. А что здесь? Номер, в принципе, отель недорогой. То есть, как бы, в принципе, для недорогого отеля это, ну, такие нормальные условия. Вот здесь расположены две кровати. Вот, две кровати. И кровати, посмотрите, да? Все чистенько. Прям вот хорошо чистенько. Полотенчика, тапочки, телефон, кондиционер, так, пульт от телевизора. Единственное, посмотрите, ну вот это вот не совсем красиво, конечно. И вот здесь вот такой вот телевизор плазма. Так. С этой стороны расположена ванная комната, при входе сразу фен, полотенце для ног, зеркало, вот, все ванные принадлежности, раковина, так, и вот такой, в принципе, душ, видно, что сантехнику недавно меняли, санузел, вот, ну, вот такой скромненький, спокойный номер. И сейчас давайте посмотрим, какой номер у девчат. Сейчас зайдем, спросим у них право на съемку. У девчат вот номер 103. Девчат, тук-тук-тук. Это мы с подписчиками. Можно вас подснять? Вот, это номер девчат. Тоже смотрите, как все. Аккуратненько, потолок без дырок, вот. А у нас, кстати, вида из окна нет, то есть там куда-то все у нас упирается в стену. Вот, сейчас мы с девчатами будем пить чай. Ребят, смотрите, вот здесь, как я понимаю, проходит завтрак. Завтрак по системе «Шведский стол». Но на завтраке присутствовать мы не будем. Нам с собой завернут. И вот так вот все это дело выглядит. Что-то Грузию напоминает. Вот так вот выглядит бассейн. Наверное, не дотянусь. Ой, нет, не дотянусь. Вот так вот выглядит бассейн. И вот здесь вот расположена сауна. Не сильно горячая. А бассейн, ну, такой, в принципе, небольшой. Ну, в принципе, я думаю, комфортный. И вот даже какие-то тренажеры расположены. Вот, тренажеры. И вот такой вот бассейн. Лежаков здесь нет, но, в принципе, этого достаточно. Ну, вот смотрите, здесь дверь, допустим, не закрывается. Вот здесь беговая дорожка, зона завтрака. Вот. В общем, как-то вот так. Ребят, всем доброе утро! Сейчас по часам, в принципе, 6 часов 10 минут, а мы уже не спим, и это значит, что мы отправляемся в наше следующее путешествие. Мы сейчас едем на вокзал Северный, на поезд Афросиаб. Сейчас приедет за нами такси, вот, так что направляемся в путь. Ребята, смотрите, возле отеля Queens есть банкомат. Через 200 метров развернитесь. Ну все, ребят, мы уже в такси, едем на Северный вокзал. Вот, стоимость буду, наверное, указывать в долларах, так будет удобно. Вот где-то вот здесь будет стоимость. Все.
вот такие широкие проспекты, это классно. Ну, в общем, ребят, смотрите, приехали мы на вокзал. Это вокзал Ташкент Северный. Как здесь оживленненько, да? В общем, вот здесь вот проходит первичный досмотр документов. Ну, в общем, ребят, вот здесь вы проходите вот таможню, ну, грубо говоря, досмотр багажа у вас проходит, и здесь нужно зарегистрироваться. И вот дальше мы идем, давайте посмотрим, что здесь есть. Нам вот, кстати, отель Queens завтрак с собой положили. В общем, вот зона ожидания, вокзал Ташкент Северный. Получается, вот вот здесь вот можно взять чай, кофе, вот, это тоже по 5000 узбекских сум, вот, но там не было чая с молоком, поэтому мы решили взять горячий шоколад в автомате. Стоимость тоже получается 5000. Также, как я понимаю, работает кофейня, но сейчас она не работает, есть банкомат. А в следующем выпуске мы направимся с вами в Самарканд на поезде Афросиап с максимальной скоростью 250 км в час.